Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Это у меня глюкометры. Вот, сейчас вот хотел померить сахар в крови, но я померил. То есть включил, а он у нас не работает. То есть вот такой глюкометр, мы его покупали уже, я маме покупал, он у нас лет 10, наверное, работает, вот. У глюкометра, естественно, есть батарейка. Батарейный отсек вот здесь вот он находится. Вот. Сюда надо батарейку ставить. То есть здесь вот есть такая пластмассовая фигня, но когда я туда вставляю, то контакт не очень хороший. Можно немножко вырезать чуть-чуть. Но я здесь вот поверх просто заткнул ее туда и все. А, сейчас скажу. А аккумулятор надо... Где покупать аккумуляторы? На магазине FixPrice вот такие есть набор литиевых батареечек разных. Вот они родные. Это SR2032. Вот сюда вот идут. Но можно поставить SR2025. Это аккумулятор, он тоньше. Поэтому надо туда подложить какую-то бумажку, чтобы был контакт. Вот. У меня как раз стоял вот такой тонкий, он тоненький такой, вот видите, он тоненький, по сравнению с 32-й, 25-й он тоньше, он тоненький, но он тоже работает вот так. Ну, на 32-й, естественно, у него больше, на большее время хватит. То есть я хотел померить, а он мне не включается. Вот. Ну, как правило, берем вот эту фигню, аккуратно руками не трогаем, там, заправляем его, он сам должен включиться. Вот он начинает включаться и начнет просить кровь. Вот капельку крови он просит. Вот. То есть прокалываем вот этим, вот этой фигней, вот этим дыроколом палец, вот этот в этой части, не посередине, а вот здесь сбоку. Прокололи, кровь сюда запустили и смотрим сахар крови, какой бывает. Ну, я сейчас померил, у меня высокий, 8,8. Надо снижать сахар. Я то здесь пью сок гранатовый, а видимо там сахар есть. Поэтому сейчас гранатовый сок и не буду пить. И апельсины не буду есть, они тоже сладкие. Тоже надо снижать сахар. 8,8 это много. Можно до 7,5. До 7 можно, а 8,8 это много. Вот хорошо я хорошо проверил. Также вот есть новый, мы покупали этот вот тоже глюкометр. Тоже, наверное, у него батарейка села. Это я зимой покупал, взял с собой. Это немножко другой типа, видите, маленький такой вот. Не знаю, рабочий, нет. Сейчас попробуем сунуть туда эту фигню. Здесь они разные, они друг другу не подходят, эти фигнецы. Вот он, видите, не включается. А он должен включиться. Поэтому мы берем. Чуть-чуть надо выдвинуть фанерку сюда поближе. Поэтому, чтобы он заработал, естественно, мы должны его вытащить. Снять батарейный отсек. Ну, вот это, конечно, надо, конечно, снять батарейный отсек. Здесь есть аккумулятор. Вот он, аккумулятор. Мы его должны вытащить. Мы его с завода. Ему уже 5 лет. Мы батарейку меняли. Вот здесь SR-3032 стоит. Поэтому здесь вот есть 32-я. Мы сейчас отсюда ее добудем. Вот он здесь есть прорезанное отверстие. Мы сейчас ее сюда воткнем. Вот. Вот так вставили. Он должен заработать. Что-то не хочет. Не хочет. Может, эту вытащить надо. Ну хорошо, я хоть этот запустил, другой. Но посмотрю, может быть, бывает, знаете, батарейки бывают. А бывает, контакта нету. То есть вот эту хрень, вот эту вот, что здесь, мы ее возьмем, вот сюда отложим, а без нее воткнем. А вытаскивать будем, чем каким гвоздиком подцепим. Вот.
без этой вот фигни будет работать? Нет. О, заработало. Видите, это от контакта зависит. Здесь надо опять выставить дату, время и год. Вот здесь вот. А потом он будет работать нормально. Вот видите, он просит время. Вот. Но я сейчас времени не знаю, сколько. Я потом это выставлю. Вот время. У меня нет часов здесь. Идти за часами. А, 9 там часов было, да? Где-то. А сколько там? 11, да? 9. Окей. Ну, скажем, 0,5 минут. 0,3 минуты где-то, наверное. Пол вперед мне. Ну, что-то я вперед промотал в другую сторону. Вот, 3 минуты. Окей. Выставили. Так, дальше что? Ну, в общем, вот так. То есть надо выставить. Сейчас это. Как бы надо очки одевать, чтобы видно было. Я вижу только, но мелковато, конечно. Короче, понятно, да? То есть, если вот это, вставили новую батарейку вы, и вот это вот, контакта нету, вы вынимаем вот эту полиэтиленовую вынималку и ставим напрямую. И контакт появится, и все. А это она, мы так ее прижмем. Без этой вынималки. Когда будем, она сядет, эта батарейка, мы это гвоздиком зафигачим, и все. В общем, запустили мы этот, поменяли за счет этой батарейки. Смотрите, даже если будет, как бы сказать-то, если даже будет просевшая батарейка, он не будет вам точно показывать сахар в крови. То есть глюкометр это не будет точно работать. Обязательно смотрите на год и дату этого батарейки изготовления. То есть она работает ровно год, но может быть на 2 хватит и все. Не знаю. Когда она со временем будет проседать, ну может на 3 года, я не знаю, честно говоря, врать я не буду. Поэтому если аппарат не работает, вытаскиваете старую батарейку, вставляете новую, SR2032, это родная, она толстая, SR2025, она тоже пойдет, она тонкая, туда надо подложить именно бумажечку какую, чтобы контакт был, она чуть-чуть тоньше, вот, она также будет работать, но единственное, что она, ее на меньшее время хватит, это на больше, это может быть года на 3, а здесь может года на 2, поэтому, вот, такие батарейки тоже, 25-е тоже подходят, если нет возможности купить 32-ю, 25-ю тоже можно поставить, и она какое-то время у вас проработает. Понятно, да? С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока-пока. Проверяйте свой сахар в крови, не забывайте. А как понизить сахар в крови? Самый быстрый способ понизить сахар в крови, надо взять один лимон, выжать сок из лимона. Натощак это все делается. И разбить одно сырое яйцо, смешать яйцо с лимонным соком, смешать и выпить. Сахар понизится до нормы через час. То есть через час ваш сахар придет в норму. То есть вот так быстро понизить. Также можно понизить, просто много воды пить. Немножко положить в эту... Стакан теплой воды налить и положить пол чайной ложки соды. Сода тоже она будет снижать сахар в крови. Пол чайной ложки соды. А самое быстрое, я говорю, это один лимон и одно яйцо. Ну, естественно, его надо разбить, стакан, яйцо разбиваете и выжимаете с одного лимона сок. Вот, выжили, разболтали и выпили. Через час
сахар приходит в норму. То есть там получается 5,6, по-моему, 5,8, или, ну, примерно вот так. 5,6, 5,8. Это нормально для... Вот. Не бывает никогда там, чтобы было 4,9. Не бывает. В основном 5,4, там 5,6, 5,8. Вот нормально. Даже если будет 6,5, то есть до 7 разрешается. А если 8, уже это плохо. То есть я сейчас померил, у меня 8,8. Вот поэтому сейчас я буду принимать эти действия к снижению сахара. Потому что я вчера гранатовый сок пил, и, видимо, туда добавляется сахар. Вот. Спасибо за просмотр. Понятно, да? То есть батарейки, вот литий-ионные, продаются набором, ну, такой наборчик в фикс-прайсе. Сразу бегите, покупайте себе заранее, пускай у вас он комплект отлежит, а может два. Он стоит недорого, эти батарейки там. Вот. А вы можете заменить в этот глюкометр, поставить новую батарейку. Или там в часы какие-то тоже такие батарейки. Потом еще на напольных весах тоже такие батарейки стоят. Если батарейка села, вес ваш в напольных весах не покажет точно. То есть обязательно надо менять батарейку. Если у вас есть напольные весы. То есть она, эти батарейки универсальные. Понятно, да? Вот, вот я здесь привез. Вот, хотя у меня тоже дома есть глюкометр, я покупал. Это у нас это на Фазенде. Спасибо за просмотр. Еще раз. С вами канал «Все для города». Всем пока-пока. Подписывайтесь.